Добрый день, дорогие подписчики моего канала, с вами я, Данила Громов, aka D104X, и сегодня на моем канале вы увидите обзор на яхту. Я, в принципе, не планировал выкладывать этот видеоролик, но многие подписчики на стримах меня просили выложить хоть что-то, рассказать об этой яхте, так как фотографии, как я понял, вас увлекли. На яхте я снял несколько видеороликов, они не такие масштабные, но я надеюсь, вам понравится, так что давайте приступим. А спонсором данного видеоролика стала группа «Магазин Блокнот». Там вы сможете заказать скетчбук, светящийся скетчбук и записную книгу. Огромнейший выбор дизайна под ваш стиль. Они находят подход к каждому клиенту. Продукт уникален своим дизайном и материалом из дерева. Ну а цены вас приятно удивят. Ссылку на группу я оставлю в описании. Первым делом, когда я начал выкладывать эти фотографии в группу ВКонтакте, мне начали сразу же писать то, что я поднялся на донатах Димы Башко. Были предположения то, что мы с ним купили яхту и уехали в кругосветное путешествие, но все это не так. Это не моя яхта и не яхта нашей семьи, ни каких-нибудь даже родственников. Это просто наши знакомые, которые пригласили нас отпраздновать День России. Честно, я даже сам не знал, чего ожидать. Я думал, мы часик покатаемся, а получилось чуть-чуть по-иному. И мы уехали ближе к Юрьевцу, где мы остановились и решили покушать. Но так как вы понимаете, мы там кушали не один час, поэтому мы там задержались, и я решил снять видеоролик и снять хоть какую-то местность. Короче, давайте посмотрим первый видеоролик. D104X поднялся. Фу. На один день. Может быть, у кого-нибудь такая мечта есть, просто отдохнуть на яхте, но я как-то воспринял это слишком легко, ну и чуть-чуть пафосно. В принципе, я ко всему относился спокойно, но один момент мне точно понравился. Немногие могут себе представить, какой кайф лежать на яхте, кушать клубнику, попивать лимонад и просто кайфовать. Когда ты на море, очень сладко. Да. Тебя подкачивают. Надеюсь, у меня морской болезни нет. У меня дома нет. О. Да, и опять я выгляжу как зажравшийся школьник, ну и что такого? Мне все равно эта обстановка нравилась, и почему бы не воспользоваться и не пафосно полежать? Дальше больше, я захотел выйти на сушу, и там, как я узнал, меня ожидал некий сюрприз. Там меня ждали черепа и кости настоящих умерших людей. Ребят, сори за качество, я снимал это все на телефон, и даже рука чуть-чуть дрожала, потому что для меня было неожиданно такое увидеть. Как я понял, как мне рассказали, раньше на этом месте были могилы, но как-то они смылись, я не знаю, что произошло, и кости просто лежали на земле, и их решили собрать вместе и как-то вот таким образом почтить память. В поиске черепов. Ищем черепа. Я зару. Самый первый, обещаю. Где ты здесь? А, вот, серьезно! Офигеть, черепа, прям настоящий. Ага. Ух ты. Че это? Домой не забирай. Я понял. Наслаждению не было предела, и потом я снял, наконец-таки, более-менее нормальный видеоролик. Может быть, даже вам понравится. Здравствуйте всем, с вами я, Данила Громов, окей, D104, и сегодня у нас обзор на клубнику. Клубника красная, смородиная, значит, она вкусная. Сделаем на нее... это кровь барана, который я, но вкусная. Итак, лайфхак, как не проголодаться? Выбрасывай. Лакшери. Сегодня в обзор у нас попало. Ну ты никого снимаешь? Раз. Да зачем ты это, меня снимаешь? У меня репортер вообще голову. Сегодня мы едим виноградный. А, не виноградный, но... А, я зажрался. D104 зажрался, извините. Ну что сказать? Жизнь слишком легкая штука. Гурят. Да, дед мне еще огурцы. Попробовал так взять.
Леща бы тебе вот так в обуви, да? Все, жизнь пройдена. Как вы понимаете, на яхте было все. Я вам больше скажу, то, что там была кухня, спальня, туалет, душ, горячая вода. Знаете, я вот подумал, я бы не отказался там жить. Но это уже другая история. В итоге Данила разошелся, и почему бы не потанцевать? Смотри, Давай! Сразу же опережаю вопросы, нет, я не пил. И это нормальный Данила, который просто так веселился. На обратном пути меня ждало новое приключение. Мне предложили поуправлять яхтой. Это было еще то зрелище. Конечно, тут не все вошло в видеоролик, потому что мой оператор был не самый лучший, сорян, Даш. Но поверьте, управлять яхтой — это еще то незабываемое чувство. Просто, знаете, вы несете такой офигенный корабль, он такой тяжелый, и все это тащишь один ты. Чтобы вы не подумали, нет, мне не дали просто так на несколько секунд порулить. Я серьезно управлял им больше 10 километров и почти полностью довез нас до дома. Ну а потом мой вечер закончился приключениями, хотя я мог бы и дальше их продолжить, но потом я принял решение оказаться в теплой компании со своей девушкой. Где бы вы ни были, чего бы у вас не было, оставайтесь людьми и запомните навсегда. Главные вещи – это не вещи. Если вы хотите продолжения необычных влогов, то ставьте лайки, я увижу это и обязательно исполню ваше желание. На этом я с вами прощаюсь, с вами был я, Данила Громов, всем пока. Яхта, парус, в этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобою влюблены. Яхта.